Их всего двое. Тех, кто в этом году будет отмечен особым почетным знаком признания. Награда носит имя первого в новейшей истории губернатора Иркутской области Юрия Абрамовича Ножикова. На церемонии присутствует его дочь Татьяна Юрьевна. Поздравить главных героев торжества пришел и действующий глава региона. Из руководителей области, занимавших этот пост после Ножикова, Сергей Ерощенко первый, кто отдал такую дань уважения памяти Юрия Абрамовича. Такая награда и такая инициатива законодательного собрания, она, конечно, греет душу, она позволяет как раз отдать наш долг тем людям, которые несут в разных сферах добро, добиваются результата. И наш долг, конечно, вот таким образом, другими наградами, именно сделать все для того, чтобы таких людей знали в Иркутской области, такими людьми гордились. Вот они, эти люди. Виктор Михайлович Лифантьев. К наградам производственным директор крупного сельхозпредприятия уже привык. А вот знак общественного признания получает в первый раз. Уверен, это не только его заслуга. Что может сделать один человек, руководитель предприятия? Безусловно, без коллектива ничего. А вот мне в жизни повезло в том, что у нас за длительный период, должен сказать, сформирован очень хороший коллектив механизаторов, животноводов, которая позволяет нам сегодня достичь вот тех результатов, которые, значит, ну, оценены вот таким образом, значит, правительством Иркутской области, законодательным собранием. Второй обладатель почетного знака – Елена Станиславовна Зубрий. В музейном деле 40 лет, 30 в должности директора художественного музея. С Юрием Ножиковым была знакома лично. Награжденная едва сдерживает слезы. Для нее это больше, чем просто медаль. Вы знаете, почему вот признание? Признание – это все-таки знание, правильно? Знание своей родины, любовь к ней. Это знание о прошлом, о современности. Вы понимаете, мы должны перенастроиться. Перенастроиться на систему вот таких человеческих нравственных категорий. Без веры, без надежды жить нельзя. А мне кажется, всякий раз, когда мы вручаем этот знак, уже 6 номинантов получили, мы уходим с этой верой и надеждой. Нет, наверное, большей заслуги и большей радости у депутатского корпуса. Региональная ежегодная награда «Почетный знак имени Юрия Ножикова. Признание» учреждена законодательным собранием области в 2010 году. За это время ее обладателями стали 6 жителей Приангарья. Галина Тюрнева, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.